Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава Уже тебе. Уже нажал, Боже. Туда больше снимать. Все, смотри. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не ответ мне грешника, но достоин меня приобщиться святых твоих. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься причистой твоих, и небесный даром ты удостоил, но владыка человеколюбец. Ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные, жутрящие твои таинства. За благодеяние освящения души и тел наших сделай, чтобы они были в небо исцеления души и тела, в отражении всякого врага, просвещение чьей сердца моего, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнении мудростью, соблюдение заповедей твоих, умножения божественных твоей благодати твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими во священии твоем я всегда помнил милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, надежды на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления неизъятима, радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне за причащение причистых и жетворящих твоих таинств. Молю же тебя, благой человек, любимый, сохрани меня под кровом твоим в тени крыльях твоих, и дай мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащаться святынь твоих, прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И тебе славу высылаемся Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дашь пищу мне плоть твою добровольный, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучше в члены тела моего, все суставы во внутренности, в сердце сожги терния всех моих согрешений, душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе. Просвети пять главных чувств, его меня пригвози, страхом при тобой всегда защищай, храни, береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, умывай, устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня, яви меня твоей. Своей обителю единого духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятию причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых, начальников, войск бесплотных, притечу твоего мудрых апостолов и сверху твою непорочную чистую матерь. Прими их молитву милосердный Христос, мой сыном света соделай твоего служителя, ибо ты единый благое освящение, а также сияние душ наших. И тебе, как подобает Богу, Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Божий наш, да будет мне жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобием грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери, всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет во мраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойную стать причастником причистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родивший истинный свет. Просвети духовную очи сердца моего, источник бессмертия родивший, живи меня умершленного грехом. Милостью у Бога любящим, милосердием Матери, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях моих и призвание к помыслам добрым. Когда пленен бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимай святыню причистых таинств, но в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния, благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видиста очи мои, спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей, свет и откровение языков, и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святы, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни сего, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И веди нас на искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава веки веков. Аминь. Устоит, яко же светлость огня, высиявших благодать вселенную просветим. Не сребролюбие мира, и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словесы.
наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приялось и божественным благодати Твоими устнами все учишь и поклоняйтесь от Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобнее. Достойно хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественный являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство к Творцу, непреложное, не преза грешных молений гласы. На предворе, яко благая на помощность верно зовущих, Тебя ускори на молитву и почися на моление. Предстательствующая присно Богородица, чтущих Тебя, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и преисно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без заслиния Бога Слово росшую, сущую Богородицу, тебя величаем. Именем Господним благословись, Отче. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Василиса, посмотри, одеяние какое. Подскажи потихоньку. Проходим, проходим, братья, сестры. Заходим все в трапезную, заходим. Я есть хочу, баба. Пошли в трапезную. Сиди сам, бабушка, иди. Здесь она пришла. Красиво мне стишок написала себе. Ну, там, бывает. От стены сюда. Соединение разных домов нету. Это один дом, а это приставка. И поэтому здесь вот это щель.